Здравствуйте, Марина! Здравствуйте, Анатолий! Сейчас мы с вами, Марина, а также со всеми любителями просто, знаешь, красивых игр. Поиграем в игру Block Hood или Block N Hood. Мне почему-то хочется вот из-за апострофа N поставить после Block. Не знаю, правильно ли это, но вот там хочется. Сбоку написано Block Hood. Всяких N. Да? Ну ладно, Block Hood. Block Hood так Block Hood. Это игра в альфа-версии, доступна в Стиме. Выглядит забавно, мне нравится. Вот поиграю в челленджи, тут доступно 3 челленджа. Это, знаешь, я бы сформулировал как... Наверное, это пазл, да, но в такой обертке типа градостроительный. Вот, типа градостроительный. То есть это не совсем градостроительный. Помнишь, как мы с тобой некоторое время назад тоже играли в подобного рода игру, где типа обертка градостроительная, но на самом деле игра пазл. Вот, но вот здесь и здесь... наоборот. Нет, не наоборот. Здесь не игра, которая кажется пазлом, а на самом деле градостроительный симулятор. Нет, здесь иначе просто, я бы сказал. Не то чтобы наоборот. Так, собственно, задача моя в данном сценарии состоит в том, чтобы собрать 600 воды. И вот у нас тут вот такое вот доступное нам пространство. Вот, его можно совсем-совсем приблизить, можно там отдалить, можно вертеть им, но нельзя именно так, знаешь, прям полностью управлять камерой. То есть я нажимаю один раз, и она такая раз, и делает поворот на 90 градусов. На кубик Рубика похоже. Да, пожалуй, напоминает. Вот тут всякие статистические данные, аналитические там, там всякие другие данные, вон туториал можно какой-то, там просто мне показывает кейбинды, мне это не нужно. Вот элементы управления можно даже, о, можно сделать скриншот и, наверное, поделиться им, может быть, ну это на перспективу. Еще, вот эта штука вроде бы еще не... Какой Facebook, Twitter, ВКонтактик, ты чё? Только ВКонтактик, только хардкор. Так. Мне нужно набрать воду. Что я для этого могу сделать? Дело в том, что тут мы, тут, как видим, все поделено на вот такие вот тайлы. Мы эти тайлы можем различными штуками занимать. Вот. И эти штуки, они друг с другом взаимодействуют. Плюс им нужно следить еще за... В общем, нужно следить за их коммуникациями. Вот. Так, это природные штуки, они производят чистый воздух. На самом деле все довольно просто. То есть сначала смотришь, я такой сначала посмотрел, дофига испугался, потому что ничего не понял вообще, что творится. Вот, но стоит на самом деле немножечко подразобраться, как становится все довольно-таки понятно. Ну, по крайней мере, на базовом уровне, вот на том уровне, на котором показывают в туториале. Я вот сейчас покажу на примере деревьев, просто расскажу. Видим, что есть вот такие вот три типа деревьев. Чем они отличаются? Вот это, для этого дерева оно забирает единичку воды и отдает 0,5 свежего воздуха. Видишь, вот они прям. Единичка воды, 0,5 свежего воздуха. Видишь? Да, так и описание. Есть. А это дерево, соответственно, что Марина делает? Проверим. Закреплю. Меня циферки плохо видно. Там две циферки, 3 и 3. Что это значит? Вот берет 3 воды, дает 3 воздуха. Совершенно верно. Видите, все реально очень просто, на самом деле. Даже женщина разобралась. Ну да. Как на мартышке сейчас показал, между прочим, это оскорбительно было. Да нет, я вообще даже ничего такого не подразумевал. Я просто хотел таким образом показать, что вот я тебе... Я хотел таким образом показать и тебе, и всем остальным, что вот я один раз тебе объяснил, показал, и все очень понятно и просто. Понимаешь? Так, ну давай уже займемся, собственно, тем, что от нас требуется, накоплением воды. Так, 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 так. Ну, вообще-то. А, во! Судя по всему, это испарители. Так. Вот я не понимаю, что за эйгон, который они производят. А потребляют они. Ага. Они потребляют серу. О, все гораздо сложнее. Это очиститель. Это скорее очиститель. Он, видимо, производит водоросли, а, ну, производит водоросли и воду, а потребляет серую воду. Ну, то есть это как бы типа загрязненную воду, короче, он потребляет. А что у нас производит, соответственно, загрязненную воду? Естественно, правильно, человеки производят загрязненную воду. Свиньи. Да, да. А человекам что нужно? Вода. Интересная концепция. Окей. Так, а куда, интересно, я буду девать органические отходы, и возникли ли из этого проблемы? Так, мне нужно... Ладно, фиг с ним. Мне нужно электричество. Вот оно есть, такое очень простое электричество. Солярочка такая, я ее поставлю на самый уголок. Чтобы поставить, нужно так зажать. Чтобы никто не уволок. Да, чтобы никто не уволок, правильно. Я поставлю еще, наверное,
Еще одну, наверное, солярочку. У нас тут есть, в принципе, золото, но оно как бы такое, знаешь, не то чтобы, ну, типа, деньги. Но оно не то чтобы прям очень важно. Ну, не знаю, в рамках обучения не очень важно, но это, в общем-то, логично. Так, также мне потребуется свежий воздух. Так, электричество я обеспечил. Это у меня сейчас прирост как бы 4 электричества. Получается. Жалко, что здесь вот не показывают именно конкретно прирост, тут показывают скорее накопление, хотя я не уверен, что электричество будет скапливаться. Да, электричество тоже скапливается, оно как, знаешь, его штабелями укладывают, наверное. Склад там. Электричества. Да, склад электричества. Так. Такое бывает. Ну ладно, я вот смотрю, что когда я построю маленькую квартирку, она начнет мне давать эту серую воду, а эту Мы серую будем воду... жить с тобой в маленькой хижине. На берегу очень тихой реки. Так, я построю вот эту вот очиститель. Для него нужна серая вода. И он производит воду обычную, причем в одинаковом количестве. А вот этой штуке нужно электричество, вода и свежий воздух. Соответственно, мне сейчас нужно дерево. Поэтому я выбираю дерево и ставлю его вот сюда. Все. То, что начинает подмигивать и вообще менять цвет такой, знаешь, на более захолустный, а это означает, что эта штука, ну, как бы это сказать так, чтобы никого не обидеть. Цвет. Ну, начинает выглядеть как нечто захолустное такое, знаешь, так все фигово становится. Так, вот, инспект. Понял. О! Игра маленечко подвисла. Но я надеюсь, что все обойдется. О! Все обошлось. Так. И вот сейчас я могу поменять. Только как поменять, я забыл, какой клавишей. А, вот, правой клавишей. Мне просто нужно, для того, чтобы здание функционировало, необходимо, чтобы у него проход к нему был обязательно с края, какой-то прямой проход. Сейчас вот у меня непонятные какие-то параметры. У меня есть электричество, вот эта фигня потребляет вроде бы свежий воздух, но тут так все сейчас у меня очень странно зациклено. В принципе, я могу вассертайвер построить. Он как бы мне будет давать все это дело. Так. Вот эта штука вроде бы должна начать производить мне воду. Эту воду начнет потреблять. Короче, все начнет потреблять эту воду. Но я думаю, что я немножко так решил, знаешь, слишком от сложного пойти. Здесь, вероятно, предполагалось, что я построю водонапорку. И эта водонапорка будет давать мне воду за деньги. То есть, в принципе, деньги-то тут в данном конкретном сценарии не очень так, чтобы нужны. Ну, посмотрим. У меня есть электричество. У меня нифига не может начать производиться, да, все. То есть я-то думал, что оно как-то сразу в цикле заработает. Оно в цикле нифига не заработало, то есть нужно именно какую-то цепочку производить. Если я создал все здания, это еще не значит, что они такие вдруг раз и начнут прям работать так, как нужно. То есть они сначала у меня должно дерево произвести. О! Вот то, о чем я говорил. Короче, все стало плохо. Так, но это еще как бы не критично, потому что эта штука все равно сейчас заработала. И вот это, по идее, сейчас должна заработать после того, как здание мне произведет серую воду. Угу. Так, Fresh Air Water. Эта штука вообще работает? Нет, походу эта штука работать уже не начнет. А может и начнет. Непонятненько. Ладно, проще, я думаю, удалить и построить новое. А то что-то я какую-то фигню сделал. Так, теперь тык, вот так. Все. Теперь здание потребляет свежий воздух. Все, здание работает. То есть мы видим, что, видишь, такие есть значок шестеренки и человечка. Mm-hmm. Значок человечка, насколько я помню, означает, что к зданию есть дорога.
То есть оно может обслуживаться, работать. А значок шестеренки означает, что здание в принципе работает, что есть все необходимые входные данные. Вот у меня, видишь, электричество работает нормально, деревья сейчас тоже работают нормально, но правда вода у меня почему-то... А, ну да, вода, правильно, вода идет вверх, потому что у меня стоит водонапорка. В принципе, если я сейчас поставлю очиститель... Так... Нет, это я зря. Вот все, вот я поставил очиститель, и он у меня сейчас серую воду будет переделывать в обычную. И будет у меня достаточно. А, ну, вообще-то я так и сделаю, знаешь. Я поставлю... Я... Вот сейчас... И сейчас главное, на самом деле, все, что я могу сделать, это просто сейчас так сидеть и... Сесть и не мешать. Сесть и не мешать, да. На самом деле, тут еще фишечка состоит в том... игры, что можно строить какие-то прямо многоярусные, многоуровневые постройки. Но это уже какие-то более такие, знаешь, суровые, серьезные штуки, которые мне пока недоступны, поэтому... Поэтому вот я, собственно, только какие-то начальные вещи здесь осматриваю. У меня есть кастомеры, то есть, ну, дома, естественно, производят покупатели, это логично. Потом... Ну, точнее, потребители. Так, organic waste — это органические отходы, которые производит жилой дом, жилая квартирка, точнее. Деньги у меня постепенно уходят, потому что обслуживание водонапорной башни стоит денег. Так, но у меня постепенно производятся водоросли. Свежий воздух тоже растет. Работнички потихоньку растут. И воды прибавляется потихоньку все больше и больше. Я думаю, что... что там у нас с серой водой-то? Серой воды как раз не очень много. Я думаю, что я, наверное, построю еще одну квартирку, чтобы ускорить происходящее. Так. А цель-то вообще какая? В данном сценарии 600 воды набрать цель. 600 воды набрать цель сейчас у меня. Так. И построим еще одну водоросли-ферму. И посмотрим, что поменялось. Будет ли хватать свежего воздуха? Воды-то точно должно хватать, потому что водоросли фермы очищают воду и добавляют, соответственно, ее. Я единственное, что опасаюсь, что, может быть, не будет хватать денег в какой-то момент, но, по идее, не должно. Вот, у меня уже процесс сейчас должен наладиться и пойти несколько быстрее. Так, 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 так. Денежки. Серая вода производится в достаточном количестве. Я даже думаю, что я на всю эту бешеную серую воду могу поставить, наверное, еще одну водоросли-ферму. Не факт, конечно, но я, по крайней мере, могу попытаться. Вот, все. Посмотрим, не окажется ли, что у меня сейчас в дефиците серая вода. Здесь, кстати, вот сейчас я просто ставлю у стеночек вот этого всего сектора. А на самом деле, если потом будет строиться что-то в середине, то там нужно подводить именно всякие дороги, коридоры там и прочее, то есть, чтобы было снабжение того или иного здания, постройки там и прочего объекта. Во, снабжение того или иного объекта. Можно, вот я сейчас добываю электричество при помощи солнечных панелей, а можно также добывать электричество при помощи ветряных электростанций. Но почему-то, вот это странно на самом деле выглядит, но видишь, электростанции, которые работают от ветра, вот... This mill doesn't need... А, в общем, они стоят как бы еще денег, да, а солярочки не стоят денег, например, они просто производят. Ну нет, ну действительно, то есть это как бы одно и то же, но почему-то эти жрут деньги, поэтому нафиг вообще использовать виндмил, если есть солярочки в таком случае. У меня 137 воды с тем временем, 137 воды, и нужно с этим что-то делать, как-то ускорять процесс. Так, серой воды, что ли, произвести? А воздуха хватает? Воздуха хватает, электричества хватает. Да, нужно, короче, поставить еще квартирку, чтобы квартирка мне гадила серую воду. Так, куда-нибудь сюда поставим квартирку. Ну-ка, квартирка. Вот, всё.
Странно, что эту штуку показывал мне красный. Необычненько, ну ладно. Так, и еще водоросли ферму. Куда-нибудь. Давайте. Сюда. И развернем. Все, отличненько. Вот, ну 600 воды, ну не знаю. Я считаю, что я челлендж, в общем-то, уже выполнил, по большому счету. Вот. Но как-то игра считает, что мне нужно доказать. Понимаешь? Не просто закрепить, а закрепить его трижды. Игра просит, чтобы я набрал 600. Мне интересно, а можно ли... Мне кажется, что здесь вообще хорошо было бы ускорять время. Да, пожалуй. А нет такой функции? Я не вижу. Можно на паузу только поставить. Только на паузу, да, поставить. Конфиг, который не открывается. Ну и, в общем-то, все. А вот я могу слои таким образом менять. Окей. Этажи, типа, разные разглядывать. Чё ж там подмигивает у меня эта штука, не понимаю. Денежку как-то добывают. Точнее, денежку-то вообще не добывают. Денежку как-то используют. Вот эта вот водонапорка. Я бы даже мог, наверное, от водонапорки отказаться, потому что у меня уже такой замкнутый цикл образовался, и в водонапорке прям такой стопроцентной нужды нету, поэтому... Но я все равно не буду, так же там, господи, 100 денег еще целых осталось, я думаю, что все, успеем. Так, что бы еще можно было сделать? Давай хоть посмотрим на то. Опа, это что такое? А это чего это такое? Почему это? Очень интересно. Такое происходит, насколько я знаю, когда здание ничего не производит. То есть, ну, а здание ничего не производит, когда нет сырья у него. Это странно, потому что вроде бы все окей по циферкам. То серой воды 8, все дела, но почему-то это здание стало недовольно и сломалось. Угу. Угу. Серой воды реально мало. Слушай. Мало надо, гадим. Да, мало гадят, надо еще гадить. Так, давай-ка. Так, все, давайте еще серой воды, ребята. Стараемся, проблема, гадим. Слишком мало загрязнений. Ну. О, электричество пошло тоже на снижение. Ну, это вообще не проблема у меня. Две солярочки. Был такой замечательный анимационный фильм. Ага. Назывался Wonderful Days, где, в общем... Определенная часть человечества жила за счет загрязнений планеты. Они из этого извлекали энергию для того, чтобы существовать. Подожди, а там не было феечек маленьких? Нет. Значит, я про другой мультфильм подумал. Там был верхний город и нижний город. В нижнем жили всякие отбросы, а в верхнем элита. Да, я что-то не помню, что такое. И загрязняя все вокруг, элита радостно и благостно существовало. Очень клёвый. Надо посмотреть. Потом напиши мне название, ладно, пожалуйста. Или нет, напиши сейчас, чтобы потом не забыть. Так, ну как-то, знаешь, вот вроде бы... Мне нравится, честно, но медленно. Думаю, что это связано с альфа-версией. То есть сейчас же прям альфа-альфа-версия. Там, они недавно совсем на Стиме появились. Вот, и поэтому как-то медленно. Ну потому что... Надо игрока хоть чем-то занять, поэтому вот они запилили какие-то челленджи, вот собрать 600 воды. Ну, я, допустим, собрал уже 300 с гаком, понятно, что я соберу 600. Тут вопрос времени, я бы мог поставить там одну эту водоросли ферму и все равно собрать. Через какое-то время, конечно, но собрать. Ладно, что там эта фигня потребляет? Воду потребляет, воздух создает, потому что придется сейчас еще дерево построить. Ну, давай дерево. Оп, построили дерево. Тебе придется дорогу построить. Коридор. Так. А я же могу этажи, в принципе... А, не, я не могу этажи организовывать. Ну, то есть я могу, конечно, организовывать этажи, но в этом нету понту. Что-то не хочется. Потому что у меня сейчас, видишь, у меня нету лифтов. Я могу сделать этажи, но я, насколько я понимаю... Толку-то от них. Да, никакого толку от них реально не будет. Так, ну ладно, я поставил еще дерево. У меня что пошло вниз? Электричество у меня давно идет вниз. Водичка... Ну, водичка, она как-то так, что-то то вверх, то вниз, это нормально.
мелькает. Так. Электричество, я думаю, сдюжим его примерно столько же, сколько денег, поэтому как кончится как-то вместе. Так, 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 так. У меня уже нога дергается, мне хочется, чтобы побыстрее 600 это собралось, и уже хочу найти какой-нибудь, так, Decay Data. А, это различные режимы просмотра, Production Data, Access Data, Structure Data. Ну, то есть это цветовая диаграмма, которая показывает те или иные данные. Вот, например, доступность тех или иных объектов. У меня, как видишь, все прекрасного голубенького цвета означает, что ко всем этим объектам доступ есть. Вот, production data, какой-то такой салатовый цвет, или как он называется? Как, Марина, называется этот цвет? Морской волны. Цвет морской волны? Да, это вот показывает производство. Ну а decay это... Что это вообще такое? Что такое decay? Я вечно забываю перевод этого слова. Это износ, наверное. Да, этот режим показывает, насколько изношен износ. Ну или что-то такое связанное с износом, ну неважно. Вот, вот такой вот Blockenhut Water 440, давай быстрее, Water 600. О, дождик пошел, прикинь. Вот это да, тут есть дождь. Я сам не знал. Я надеюсь, он мне даст воды. Так, это прикольно, кстати, мне нравится. Так, так, так. У меня заканчиваются деньги, вот только вот, вот что меня маленько напрягает. Не сильно, но маленько напрягает. Тут на самом деле уже есть всякие разные постройки. Они там, например, могут давать денежку там. Вот, скажем, вот эта постройка. Сколько у меня консюмеров? О, я мог бы построить вот ритейл-шоп. И этот ритейл-шоп у меня будет потреблять чуть-чуть электричества и производить денежку. Ну, это отличная новость. Давай-ка поставим Retail Shop сюда. Посмотрим, есть ли к нему доступ. Все, вот сейчас к Retail Shop есть доступ, и у меня деньги вверх пошли. У меня чуть-чуть быстрее будет уходить электричество, но зато деньги пошли вверх. Но на самом деле, даже с электричеством мы проблему решим очень быстро, потому что я просто-напросто поставлю еще одну солярочку. Интересно, если я поставлю на потолок, что будет... А, она работает. Слушай, прям на крыше зданий можно ставить, и норм. Ну, это удобно. Таким образом, единственное, что у меня сейчас утекает, ну как утекает, балансирует на грани нулика, это отходы. Вот. И с помощью которых водоросли фермы производят мне воду, которая накопилась уже больше 500. Это означает, что конец сценария близок. И слава богу. Так... Что еще? Как еще можно ускорить, интересно? Пум-пум-пум-пум. Еще водоросли ферму нельзя строить, потому что у меня сразу начнется нехватка. А вот производство серой воды при помощи домика, в общем-то, организовать вполне можно. Да. Домик. О, он уже построился с выходом в коридор. Отлично. Его, у меня вообще все в плюсе сейчас. Круто. Отлично. Вообще все в плюсе. Вот прям вообще все. Я удивлен даже. Приятно удивлен. Так. Ну что, 550? Построим еще. Ну сейчас уже добежит само, мне кажется. Добежит, конечно. Так. Но я все равно построю водоросли ферму. Чтобы грейвосер уходил... А просто восер приходил. О, 561. Там так, знаешь, оно так накапливается, накапливается вода. Так, а потом деревья и домики так немного так... Эту воду. И она снова пошла копиться, копиться. Но она все равно неминуемо скапливается. Вот уже 570. 578, давай. 582. Я так сейчас назад на 20. Уп. Ну, не на 20, но маленько сейчас вот назад откатывалось, да. Вот, снова назад откатилась. Она так порциями съедает эту воду. 584. Давай сейчас затащим. 587. 595. Давай. 599. И 595. Ну,
Давай. 600. Давай. Давай, 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 давай. Есть, ну? Контакт. Прозвенел какой-то звоночек. А, видимо, он мне и должен был возвестить о том, что я выполнил условия сценария. Окей, типа я молодец. А, да, все, смотри. Челлендж один. Затащил. Круто. Вообще лайк и босс с первой попыточки. Ну что ж, это была игра Block and Hood. Если она вас заинтересовала, и вы не пугаетесь, опять-таки, альфа-версии того, что игра еще будет сильно меняться, и все, конечно же, надеются, что в лучшую сторону, то все ссылки в описании к этому видеоролику.